Ну и хорошая новость в финале выпуска. Пес Оскар идет на поправку. Давайте напомню эту историю. После новогодних праздников в мусорном баке нашли собаку. У нее была прорублена голова, нанесены колотые раны. Пса спасли волонтеры. Они же и окрестили его Оскаром. Оказалось, что псу нанес раны собственный хозяин. Его нашли по камерам видеонаблюдения. И сейчас на мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до 3 лет лишения свободы. Тем временем судьба Оскара складывается гораздо лучше. Пес чувствует себя хорошо, правда, зрение к нему до сих пор так и не вернулось. Давайте посмотрим видео, которое вот накануне выложили волонтеры. Дитя, дитя, вот скажи, какой красивый мальчик. Волонтеры говорят, что Оскар чувствует себя хорошо, аппетит у него прекрасный, его уже выпускают из клетки, и пес привыкает жить по-новому.